Все съела, спасибо. На здоровье. А можно мне мороженое? Хорошо, сейчас дам. Почему мороженое всегда так быстро заканчивается? Точно! Мам, а я в комнате убралась. Хорошо, молодец. А можно мне мороженое? Ты же уже съела. Ну, а я еще хочу. Ну ладно, сейчас дам. Спасибо. Опять закончилось. Надо у мамы еще попросить. Мам, а я все уроки сделала. Какие уроки? У тебя же каникулы. А, да. Но все равно, можно мне мороженое? Еще одно? Ты уже два съела. Нельзя столько мороженого есть. И вообще уже поздно, иди ложись спать. Ладно. Вот вырасту, буду каждый день есть по 10 мороженых. Или по 20. Если любишь мороженое, ставь лайк. О, где это я? Куда попала? Парк какой-то. Прикольно. Красиво как. Телефон в режиме сна? Странно. Так. А здесь что происходит? Людей очень много. Посмотрим. Кажется, здесь можно поесть мороженое. Вот это я понимаю, вот это круто! Ух ты, какой огромный фонтан! А вот и поменьше фонтанчик. А тут еще и концерт. Молодцы дети, здорово танцуют. Но кажется, мне надо снова подкрепиться мороженым, пока мама не видит. Тетенька, а у вас вкусное мороженое? Да, конечно, вкусное. А можно мне два? Нет, лучше три. Три? А ты хорошо школу закончила? Да. Даже маму слушаешь? Да. Не обманываешь? Нет. Тогда тебе три. Бесплатно. Спасибо. Обожаю каникулы, обожаю лето. А вы? Пишите в комментариях. Обещаю, отвечу всем. Ой, бабуля какая-то подсела. Ну, добрая вроде. Это точно не Гренни из той игры. Но пойду-ка я лучше потанцую. Красота какая! Это же сакура!
карусели есть? Надо срочно на чем-то покататься. Так-так, а здесь что-то очень интересное и аппетитное. Мороженое с шоколадом на выбор? Ну, мороженого много не бывает. Пожалуй, мне надо срочно это попробовать. Вот это я понимаю, жизнь. Погуляла, теперь можно и отдохнуть. Тома, просыпайся, уже утро. Давай позавтракаем и пойдем в парк гулять и есть мороженое. Ура! Или руками поешь? А, да, мам, вилку дай, пожалуйста. Том, ты чай хочешь? А, чай, да, мам, хочу. Ну, встань, налей себе. Телефон вроде здесь оставила. Куда делся? Ладно, пойду iPad возьму. Тома, хватит играть. Блины уже остыли. Ешь давай. Ну, сейчас, мам, я доиграю и поем. Нет, все, так нельзя, хватит. Давай ешь. Ну, мам, что ты сделала? Там же моя игра, я сейчас проиграю. А ты что, без айпада даже уже поесть не можешь? Могу, но так же скучно. Можно я хотя бы ютуб посмотрю? Ну, ладно, ютуб можно. Что тебе включить? Ну, включу на мосика. А ну подожди, а убрать за собой? Ну, мам, убери сама, пожалуйста. Эх, наглёшь чистой воды. Фух, устала. Наконец-то хоть телевизор могу спокойно посмотреть. Теперь она перед телевизором уселась. Ну, даёт. О, надо пропылесосить.
помогает. Вон сидит, мультики смотрит. Вот мама вредина, не дает нормально отдохнуть. О, поиграй на компьютере. Что? Тома, ты опять в игры играешь? Целыми днями одно и то же. По дому мне не помогаешь, на меня внимания не обращаешь, а про уроки я вообще молчу. Все, мне это надоело, подумай над своим поведением. Кажется, я обидела маму. Как-то нехорошо получилось. Но ничего, завтра все будет по-другому. Сегодня буду весь день маме помогать. Доброе утро, мам. Ты уже проснулась? Доброе утро. А ты что так рано встала? Сегодня же выходной. Да, просто у меня дел сегодня много. Дел? Каких дел? Да, потом узнаешь. Только ты в кухню не заходи пока, ладно? Почему не заходить? Ну, просто не заходи туда и все. Там тебе сюрпризик ждать будет. Ну, ладно. Надеюсь, ты там ничего не устроишь? Да нет, не переживай, все нормально будет. Так, мама мне всегда по утрам готовит что-нибудь вкусненькое. О, приготовлю-ка ей блинчики. Надеюсь, все получится. Что там Тома задумала? Пойду-ка проверю. Тома, можно? Нет-нет, мам, нельзя. Подожди немного. Пахнет блинами. Соседи, наверное, готовят. Вкуснятина, надо попробовать. Вкусно получилось. Если тоже любишь блинчики, ставь лайк. Готово. Сюрприз готов. Закрывай глаза, пойдем со мной. Глаза? А зачем? Что-то я боюсь. Тома, что ты там придумала? Да не бойся, мам, все будет нормально. Закрывай глаза и пойдем. Только не подглядывай. Так, вот, садись на стул. А теперь открывай глаза. Блины! Это ты сама приготовила? И муку не рассыпала, и плиту включала сама, не побоялась, не обожглась? Ничего себе, Тома, ну ты даешь! Вот это классный сюрприз, не ожидала, ну спасибо!
Так, мам, пробуй блинчики, я тебе сейчас сок налью. Вкусно, мам, тебе нравится? Да, Том, очень вкусные. Все, Тома, спасибо, очень вкусно. Сейчас со стола уберу. Стой, стой, мам, не надо. Я сама все сделаю, иди отдохни. Как сама? Все сама и посуду помоешь? Ну да, ты иди отдыхай. Иди, мам, иди, не переживай, все сделаю. Ну точно что-то натворила. Тома! Тома! Что, мам? А зачем ты пылесосишь? Ну как зачем? Чтобы ты отдохнула и чтоб чисто было. Сначала блины, потом уборка. Том, может, признаешься, что ты натворила? Да ничего я не натворила, мам. Просто решила тебе помочь. А ты что, не рада? Да, я-то рада. Просто на тебя это как-то не похоже. Ну, должна же я когда-то исправляться. Ну ладно. Все равно не верю. Наверное, двойку получила. Тома! Тома, а ты двойку случайно не получила? Нет, мам, не получила я никакую двойку. С чего ты взяла? Ну ладно. В чем же здесь подвох? Что же она натворила, а? Телефон, наверное, свой разбила. Тома! Ну что опять, мам? Признавайся, ты, наверное, свой телефон разбила. Да не разбивал я никакой телефон, мам. Точно-точно ничего не натворила? Точно-точно ничего не натворила. А, поняла. Значит, хочешь что-то попросить купить? Да ничего я не хочу. У меня вроде бы все есть. Ну, тогда я вообще ничего не понимаю. Все равно ты какая-то подозрительная. Вот мама странная. У кого такие же ситуации были, напишите в комментариях, будет очень интересно почитать. Можно. Вчера шары, сегодня шары, завтра тоже шары. Когда ты делом займешься полезным каким-нибудь? Мам, это не шары, это пузыри. Какая разница? Шары, пузыри. Ну чем-то полезным заниматься тоже надо. Мам, ну еще чуть-чуть. Видела Томину волшебную палочку. Где она была?
она там работала, а? Я хочу, чтобы Тома перестала играть в эти шары. Абра-кадабра. Нет, не то. Ну давай уже палочка сделай, чтобы Тома перестала играть в эти шары. Ну как же ты работаешь? Так, 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 так. А, вспомнила. Раз, два, три. О, кажется, получилось. Но я тут ни при чем. Скажу, что я не трогала палочку. Круто! Ничего себе! Что-то я не то наколдовала. Что такое? Может, это мамины шуточки? Супчик обожаю! И здесь шары? Как такое возможно? Что происходит? Это точно не мама сделала. Это уже становится неприкольно. Происходит. Если вы знаете, в чем тут дело, напишите, пожалуйста, в комментариях. Том, что делаешь? Мам, а ты случайно не трогала волшебную палочку? А, нет, 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 я не трогала. Ну ладно. Тома, и как тебе удается устраивать такой бардак? Ну, я просто играла, играла, и так получилось. Я не виновата. Ну да, я, наверное, виновата. Мам, я все уберу. Конечно, уберешь. А что, я за тобой буду убирать? У меня так на всю рук не хватит. И вот еще список дел. До моего возвращения, чтобы все сделала. Я ухожу. Ладно. И, кстати, палочку я заберу, а то я знаю, как ты убираешь. Видела твое видео, как тебе помогали? Ну, мам, так нечестно. Что нечестно? Нечестно обманывать маму и говорить, что сама все убрала. Ну, мам, пожалуйста, не забирай, обещаю, сделаю все сама. Ну, тогда и палочка тебе не нужна. В общем, с тебя полный порядок. Кто вообще придумал эту уборку? Даже на каникулах покоя нет. То убирать надо, то готовить. Тома, я ушла.
где-то тут старая волшебная палочка была. О, а это что такое? Блестки какие-то. Были бы они волшебными. Насыпала такая на постель, и она сама убралась. Ух ты! Точно волшебные! Не, на уборку тратить волшебную пыльцу я не буду. Лучше придумаю что-нибудь поинтереснее. Вполне нормально, здесь все убрано. О, вкусняшка! Это я люблю. Почему все самое вкусное так быстро заканчивается? Вот это я понимаю, и палочка не нужна. И еще хочу вкусненького и полезненького. О, банан съем сейчас, а это на потом оставлю. Так, что там первое? О, протереть пыль. Это можно сделать завтра. Так, что там дальше? Пропылесосить. И так везде чисто. Зачем зря пылесосить? Разложить посуду из посудомоечной машины. Столько посуды раскладывать! Есть же и более важные дела. Жарко. Сейчас бы мороженое поесть. А, мороженое. Какая штука полезная. Мама? Как? Пустая? Так быстро закончилась? Что делать? Тома, я пришла, ты где? Привет, мам. Привет, ты все убрала? Там тебя подружки ждут во дворе гулять. Да, я все сделала, но гулять, наверное, не пойду сегодня. Почему? Пойди погуляй. Да нет, мам, что-то не хочется. Ну ладно, пойду посмотрю, как ты все убрала. Хорошо, только ты в мою комнату не заходи, ладно? Почему? Ну, просто не заходи, хорошо? Ну почему не заходить? Ну, я там просто немножко занята. Я лучше потом тебя сама позову. Ну ладно.
девочка хорошая. Наверное, сюрприз какой-то мне готовит. Телефон лежит. А где он? Ну, не знаю, посмотри, где-то там. Вот, нашла. Ой, спасибо. Мам, Том, а принеси, пожалуйста, там у нас, по-моему, мороженое оставалось. Мам, вообще-то там одно мороженое осталось мое, а свое ты вчера съела. Ну а что, тебе жалко, что ли? Я тебе завтра куплю. Завтра? А вдруг я сегодня захочу? Ну, Том, не жадничай, давай сюда. Ну ладно, только давай сначала поиграем в прятки. Если найдешь меня, мороженое твое. Ну ладно, ладно, прячься. Ура! Мороженое пока положу в морозилку. Неси мороженое. Мам, так нечестно. Че так быстро? Давай еще раз. Ну ладно, ладно, давай еще раз. Мам, я спряталась. О, я опять тебя нашла. Мам, ну почему опять так быстро? Но я же не виновата, что ты не умеешь прятаться. Я умею прятаться. Если бы умела, пряталась бы нормально. Все, неси мама мороженое. Мам, ну еще разочек, пожалуйста. Если найдешь, мороженое твое. Том, ну какой смысл? Я все равно тебя сразу найду. Просто принеси мороженое. Мам, спорим, сейчас ты меня точно не найдешь. Хорошо, последний раз. Но только больше не проси. Ладно. Только ты не подглядывай, закрой глаза и считай до 10. Раз, два, три. Раз, два, три. 8, 9, 10. Я иду искать. Не спрятался, я не виновата. Куда она делась? Вроде сюда побежала.
Я же видела, дверь хлопнула. Куда она могла деться? И здесь нет. Нет, в кухню она точно не пошла, я бы услышала. Мистика какая-то. Ну все, Тома, я сдаюсь, я не могу тебя найти. Выходи давай. Ладно, хватит маму мучить. Раз, два, три. Ну что, мам, я выиграла? Ну да, мороженое твое. Ха-ха-ха! Кажется, она меня облапошила. Мам, вот тебе мороженое, ешь на здоровье. Так оно ж твое, я ж проиграла. Ничего, мам, я схожу в магазин и куплю себе еще. Ну хорошо, спасибо. Мама, давай завтра еще в прятки поиграем. Конечно, поиграем. Ура, я пошел за мороженым. Тома! Чего, мам? Сходи за хлебом, обедать пора. Мам, ну я рисую, потом схожу. Не надо потом, сходи за хлебом, потом дорисуешь. Ладно, сейчас схожу. Деньги давай. В коридоре на полке возьми. Это тоже возьму. Интересного. О, какие книжки! И тетрадей очень много. Супер! Ладно, потом в школе куплю. Ух ты, какие маркеры! Вау! Точно их возьму. Так, теперь нужно к ним альбом. Не то, не то. О, вот этот классный. Сейчас приду домой и буду рисовать. Мам, смотри, какие я маркеры купила. И альбомчик. Хорошо, молодец. А хлеб купила? Ой, ёлки-палки, про хлеб забыла. Ой, Тома, Тома, вечно ты покупаешь то, что тебя не просят. Ну иди теперь обратно в магазин. Мам, ну я устала ходить. Давай попозже. Я немного порисую и пойду, ладно? Ладно, ладно, только не забудь. Хорошо. Волшебные маркеры? Обалдеть!
красненького нарисовать. О, точно! Пончик, обожаю! Мой любимый клубничный! Вкусно! Пить хочется! Обожаю! Мой любимый лимонадик! Мороженое хочу! Вкуснятина! Это мне, а это маме! Ой, хочу. Откуда ты взяла? Да, купила, когда в магазин ходила. А во что ты там играешь? Да, игру скачала, такая прикольная. Ух ты, дашь мне поиграть? Дам, но потом. Ты про хлеб не забыла? Да нет, не забыла. Мам, ну дай, пожалуйста, немного поиграть. Ну дай, ну дай. Том, отстань, попозже дам. Мамы. Что такое? Куда делся iPad? Ура! Не знаешь, куда iPad делся? Ну, он же у тебя был. Ты в него играла? Я не знаю. Странно, ничего не понимаю. Куда он исчез? Пропал. Да что это такое? Тома, признавайся, это все твои шуточки? Что, мам, какие шуточки? Честно скажи, куда пульт делся? Какой пульт? Не видела я его. Ну ладно, давай, иди уже за хлебом. Хорошо, мам, сейчас схожу. Зачем идти за хлебом? Лучше я его сейчас нарисую. Яйцо? Зачем мне яйцо? Маркер, ты что, не понимаешь? Мне нужен обычный батон, который еще с мукой. Ой. Вот такой вот хлеб, чего непонятного? Мука? Мука есть, яйцо есть. Я бы, конечно, испекла хлеб, но не умею. Эх, придется идти в магазин за хлебом. Мам, я за хлебом. Хорошо, только в этот раз не забудь его купить. Ладно, не забуду.